Привет, ребята! С вами снова я, и мы на канале Без будем играть iPad игры. Так что начнем. А первая игра у нас Sausage Wars. Посмотрим, что за игра у нас такая. Очень популярная, кстати. Многие дети играют. Это про сосиску, которая должна победить. Надо тут делать, ребята. Надо убирать всех соперников. Так, убираем всех. Отлично. Так, давай. И тут еще, да? Ну-ка, иди сюда. Куда ты? Куда ты? Оп, давай, давай. Давай. Так, отлично, ребята, кажется, мы справились с заданием. Вот, хорошо. О, нет, не надо было туда нажать. Идем дальше. И началось. Так, так, так. Ну-ка, давайте, давайте. Так, 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 так. Так, стало уже побольше, сильнее. Вот, убрали еще одного. Так, ну-ка, иди сюда, ну-ка, давай, давай, давай. Вот так. Так. Так, хорошо, хорошо. Давай, давай, давай. Прелесть. Мы снова победили. Ха-ха, ковыряется, играет. Прям. Ай да я, ай да я. Ну-ка, давайте еще раз поиграем. Блин, бросили меня. Давайте еще раз попробуем. Так. Так, так. Тихо. Я ж тоже в воду попал. Да что же такое? Так, так, так. Надо быть осторожнее, чтобы не упасть. Так. Нет, 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 давай сюда. Ладно, ребята. Посмотрим, что у нас еще есть. У нас есть следующая игра. Это Fill Cubes. Что нам надо делать тут? Надо собирать, по-моему. А, у нас тут цифры. Это очень увлекательная игра. В общем, ребята, задача у нас такая. Так, тут сколько у нас? 4, цифра 4. Тут надо 4 шарика выбросить. Ага, хорошо. У нас вот, смотрите, получается уже 4 свободных ящичка. И еще 2. Давайте отсюда. Ага. А вот. Отлично. А, надо было сначала вот это вот. Проиграли. Давайте еще раз попробуем. Хорошо. Тоже нормально. Так. Так, так, так. Ага. И прелесть получилась. Давайте еще раз попробуем отыграться. Сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В общем, надо делать так. Так, этого сюда.
Этого сюда надо выбросить. Тут еще три. Давайте. Ага, красота. И последний у нас наша пятерка. Хорошо, ребята. Просто тут надо быть повнимательнее. Так, отлично, отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А вот эти две сюда. Каждый идет своей дорогой. Тут ничего сложного не было. А вот тут у нас еще и дорожки есть такие, которые можно вот так поменять, в какую сторону нам надо идти. Так. Одного мы бросали уже. Ага. Все, остались только эти двое. Так. А, это не поворачивается, да, вот это уже плохо. Вот, видите, что у нас получилось. Давайте еще раз попробуем. Вот сначала давайте вот его уберем. Ага, хорошо. Так. Отлично. И все, и мы победили. Так, посмотрим еще, какая у нас задача тут есть. Раз, два, три. Ага. Или же четыре, пять, да? Давайте начнем с пятерки. Вот это у нас двойка, да? А вот тут уже плохи наши дела. Давайте еще раз попробуем. Так, отлично. Отлично, отлично, ребята. Неплохо. А вот тут уже перебор, кажется. Раз, два, три, четыре, пять. Да, не вышло. Что нам делать, ребята? Надо думать хорошо. Раз, два, три. А, эта пятерка уже сюда идет. Нет, невозможно. Раз, два, три. Четыре, пять. Нет, ребята, так не выйдет. Ну что нам делать, а? Подскажите. Подскажите. Да. Давайте еще раз попробуем. Если не получится, перейдем к другим играм. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. И что? Нет, ребятушки, надо делать так. Может, так получится. Раз, два, три, четыре, пять. Ну-ка, давайте. Так. И что дальше? Дальше опять. Плохи наши дела. Да. Ну, что же нам делать? Что нам делать, ребята?
Ну, я не знаю, походу можно поменять или как там. Так, раз, два, три, четыре и пять сюда. То есть можно. Ну-ка, давайте попробуем. То есть можно было одного сюда добавить. Ладно, в другой раз как-то попробуем. Идем дальше. Фитшем будем играть. Так. Ну-ка, посмотрим, что нам тут надо делать. Собираем. Ну, давайте сначала пропьем. Акварим чист. И поиграли. Ага. Наша задача вот открыть все цепи. Так. И еще. И еще надо убирать все эти кубики. Так. Посмотрим, что получится из этого. Вот. Красота, ребята. Так, и этого освободили. Ну и сколько у нас тут ходов осталось? Прелесть. Ага. Осталось совсем чуть-чуть. И все. Мы справились с заданием, ребята. Освободили всех из цепей. И все кубики на месте. Идем дальше. Так, так, так. Ага, у нас есть задача такая. И белые, и желтые кубики. Всех надо освободить. Всех до единого. Так. Хорошо. Посмотрим, сколько у нас 14 ходов уже. Отлично. Отлично, отлично. Тоже неплохо. Так. Вот. Прелесть. И сколько у нас тут осталось? 7, да? Надо успеть. Плохо.
Так, тут у нас проблемка. Вот эти две остались. Да, давайте берем молоток. И все, дело с концом. Отлично, ребята. Ладно, идем дальше. Следующий у нас computers. Так, тут автобус, мы собираем, о, вот и собрали, убили всех пассажиров, давайте еще раз попробуем, надо, ага, сделать так, чтобы всех правильно поместили, ага, все. Все довольны, всех, всем хорошо, отлично. Идем дальше. Ну-ка. Молодцы, все поместились. Что дальше? Так, хорошо. Так, ребята, не забываем подписаться на наш канал. Ставьте лайки и нажмите на колокольчик. У нас каждый день всегда есть новые видео. Так что нам будет приятно, если вы посмотрите и будете писать нам письма. Если у вас есть предложения про игр каких-то, то напишите нам. Мы обязательно прочтем и будем иметь в виду, что вам нравится из игр. И так далее. Вот отлично, отлично. Еще разочек поиграем. Так. О, народу как много тут. Да. Убили мы всех, убили. Давайте еще раз попробуем. Так, хорошо, хорошо. Опять не вышло. Пикчас. Ладно, ребята, не будем мучиться. Идем дальше. Приготовим наши сэндвичи. Вкусные, аппетитные. Надо постараться сделать вкуснее. Так, отлично. Вот, поели. Следующее. Так, так, так. Прелесть. О, тут уже, кажется, побольше сэндвичев. Мы приготовим. Так, так, так. Хорошо. Ну-ка, давайте, давайте. Вкуснота. Так, аппетит разыгрался уже. Так и хочется приготовить и съесть. Тут как вкусно все нарисовано. Так. Хорошо. Отлично, ребята. Еще раз. И дальше. Так, так, так. Давайте еще раз приготовим наш вкусный сэндвич. Так. Вот она. Так.
Так, хорошо, хорошо. Ну-ка. Вот, отлично. У нас есть бонусные ящики. Вот, хорошо. Ладно, ребята, идем дальше. Следующая игра у нас Sort It 3D. Так, нам надо сортировать по цветам. Так, хорошо. Собирать всех в нужные вот баночки. Так, отлично. Красота. Давайте еще раз попробуем. Зеленое сюда. Вот. Этого обратного сюда. Красота. Интересная игра. Ну, для детей это очень увлекательно. Еще учит, как правильно надо сортировать цвета. Ну-ка, давайте все зеленые соберем сверху. Дальше что у нас? Давайте синего уже сюда. Так, отлично, ребята. Давайте этого уберем. Ага, хорошо. Тут у нас баночка открылась для красненького. Ага. Прелесть. Хорошо. Это для детей очень даже полезная игра, я бы сказал. Так. Поскольку у нас красного уже тут много, да, ребята? Так, давайте этого. Не можем, да? Ладно. Так, хорошо. А как нам с этим справиться? Да, задача у нас стала посложнее. Ну-ка. Так, хорошо, хорошо. Нет, не сложно. Просто тут надо хорошенько подумать. А для детей это даже очень и поучительно. Как надо сообразить, чтобы положить. Так, хорошо. Ага. Прелесть, ребята. Отлично. Получилось. На ура. Ну ладно. Идем дальше, ребята. Следующая игра это у нас Color Fill 3D. Ага. Тут задача у нас такая. Так. Ждем. Надо разрушить эту. Вот, давай, 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 давай. Хорошо. Красота. Ой, проиграли. Так, отлично, отлично. Давайте, давайте. Надо сделать так, чтобы не касался. Вот. Отлично, идем дальше. Тут у нас задача посложнее.
опять в эту исходную точку. Так, так, так. Ну-ка. Идем дальше. Прелесть. Тут-то мы прошли, а дальше? Да, дальше задача у нас посложнее. Вот. Ладно, ребята, не будем мучиться. Идем дальше. Следующая и последняя игра. Это у нас Sleep Kings. Так, что нам надо тут делать? О, надо ударить. Это не очень-то приятная игра для детей. В общем, смотрите. Самый сильный удар, то тот у нас темно-зеленый цвет. Когда вот... Ужас! Сейчас меня будут бить. О, кошмар! Так, так, так. Опять. Так. Двое дураков бьют друг друга, остальные дураки болеют за это. Ужас какой-то. Кошмар, меня побили. Ну, это не хороший пример для детей, я думаю. Так. Посмотрим, получится ли у нас. Да ладно. Ну что, железный, что ли? Ну-ка, давай, давай. Ой. Это не самый сильный удар был. Ужас какой-то, ужас. Да он сильнее меня. Попробуем еще раз. Может, получится убрать этого кабана. Самый сильный удар, а ему-то ничего не грозит. Нет, он трезвый. Так, держись. Это не самый сильный был удар. Так. Ну-ка, давай. Молодец, ну наконец-то мы сделали. Ну все, ребята, на сегодня все. Всем пока.